Теперь о спорте. Представительница регионального центра спортивной подготовки Поморья Дарья Вдовина завоевала золотую медаль на международном турнире по пулевой стрельбе в немецком Мюнхене. Мастер спорта международного класса Дарья Вдовина, выступавшая в олимпийском упражнении «Пневматическая винтовка. Дистанция 10 метров» в квалификации, показала результат 626,6 очка. В финале северянка выбила 248,8 очка, что позволило ей занять первое место.